Здравствуйте и всем привет, с вами канал Димка Блогер. Этот видос будет один из социальных экспериментов. Может ли простой школьник, такой как и я, заработать денег, выйдя просто с музыкальным любым инструментом в город и просто играя песни, собирать толпу, и возможно ли заработать на этом хоть как-то? Сейчас мы собираемся это проверить. На мне проверить. Ну, на мне же все проводят эксперименты, все надо мной, короче, не издеваются. Ну, короче, надо мной все... Все эксперименты проводят. Его задача привлечь толпу, моя задача ее развеселить, и сейчас мы проверим, возможно ли это. А, чекается, съемки идут, блядь, кто снимает. Офигеть! Ты видел? Это не мы! Я видел! Чувак! Следующий трек! Блять! Ты же хотел узнать, что будет завтра, но и сложно же предугадать, кто будет взрываться в ночь. И знаешь, тогда я хотел. Я люблю тебя, с тобой хотел прожить всю жизнь, сейчас я потерял тебя, не знаю.
Одиночество слова, одиночество скука. Я не чувствую сердца, я не чувствую. Не обязательно богат, что можно оставаться другом, оставаться братом, при этом добиваться результата. Не, ну неплохо. Короче, 112 рублей 10 гривен. В общем, спустя 10-15 минут, не прикладывая никакого труда, никаких усилий. Василий. Вот. Просто заработал, можно, ну, короче, 112 рублей и 10 гривен. Буквально, типа, ну, ни с чего. Это странно, честно, не ожидал, что так может получиться. И вообще, вот, блин, действительно, вот я не знаю, я последний раз, когда кидал вот именно таким людям, которые там, нет, просто которые сидят, им типа, ну, не знаю, как-то давать деньги, не давать, можно их пропьют, можно что-то еще с ними сделают, да? Никто об этом не знает. А, допустим, людям, которые как-то пытаются заработать, то есть не просто сидеть и ждать, пока кто-нибудь вам что-то даст, а как-то действовать, это прикольно. Все-таки это круто, то, что хоть и в нашем небольшом городе, но достаточно большое количество людей, которые неравнодушны, которые не проходят мимо. И вот спасибо большое этим людям, которые кинули мне денежку. Безумно приятно. Честно, было неожиданно, очень неожиданно. Но пропивать мы это не будем, это первое. Надо было тебе кинуть пачку сигарет, айфон. Пачку сигарет, айфон. И, короче, гитару добрать и положить рядышком. Но что мне сказать, а? Что мне сказать? Поцелуй меня. А, ладно. А меня? Не. Короче, ребята, ждите скоро мой новый клип. Да. И ждите вторую серию нашего общего сериала. Он сейчас в процессе съемок. Несмотря на то, что я не выгляжу как бомж. И блять, опять Дим? Да. И при этом, типа... Да сейчас посидим и пойдем. То есть, типа... плюс, типа, вокруг меня везде лежат всякие портфели, плюс гитара, на которой я играл, гитара не моя, гитара моей девушки, Маше, гитара одна не из дешевых, вот. И, блин, плюс вокруг лежат... На одном телефоне у меня аккорды, с другого телефона подключена музыка, третий телефон вообще iPhone. Какой у тебя там iPhone? Седьмой iPhone. Сколько он стоит? 43. На тот момент, когда она покупала... 7 ноября 17 года. Седьмой айфон. Вот, типа, дофига всего лежит, то есть дорогих вещей и кепку у бомжей, всякие там шапки, у меня лежит кепка Supreme. И тем не менее, кидают деньги, типа, блин, ну это как бы, то есть, типа, люди, получается, смотрят не на внешний вид человека, а, не знаю, вот, либо им понравилось то, что я действительно как-то хорошо играю, либо кидали, потому что думали, что у меня какое-то несчастье случилось. Я не знаю. Но действительно, большая благодарность Какое всем тем. Какое может случиться несчастье с такими телефонами, с такой гитарой? Нет, ну вдруг мне, типа, не знаю, там, знаешь, где? Типа что-нибудь с семьей, то есть там, типа, я из дома, я там один, и мне это все, что, типа, осталось. На самом деле, так оно и нет, слава богу. На самом деле, так оно и нет. Такого не было. Спасибо большое, действительно, прикольно, очень и очень круто. Деньги пойдут в нужные русла, вот. Все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте про канал Димка Блогер, ставьте колокольчики, там, бубончики, картошки, баклажаны, вот, и не пропускайте мои новые видеоролики. С вами был я, Дима, всем удачи, всем покеда!
Там. Он будет ходить с табличкой. В основном он будет снимать, снимать. Он будет привлекать народ. Моя задача просто собрать толпу и Не переключай, я сейчас знаю какой трек.